номера вообще не читаются. Белого цвета вообще не видно. Передний номер. Ладно, снимем. Номер вообще не видно. Товарищ инспектор, надо, чтобы вы устранили неполадку вашего автомобиля. Я разумею, я устраню неполадку цього автомобіля. Я понял. Ну, можно с вами познакомиться? Найближчий термін. Не, ну, звичайно, просто так, вам нельзя управлять даним транспортним средством. Як ми до мене звернулися з великою повагою, маю бажання з вами познайомитися. Якщо по-другому не може бути. Бажаєте отримати, як мені з вами знайомитися? Представитися чи пред'явити вам своє службове посвідчення? Пред'явіть удостовірення, щоб я точно знав, хто ви. Хорошо, без питань. Значка у вас не видно, що то? Значка не видно. Будь ласка, мій жетон, будь ласка. В зв'язку із погодними умовами не видно мого. ЖТ-0473, так? 75. Так, дійсно. Будь ласка, моє службове посвідчення працівника міліції. Отак. Я не знімаю. Так. Буханевич Дмитро Олегович. Не, все, просто чтобы устранили, понимаете, звичайно, ну как бы, мы же перед законом все равны, правильно? Звичайно. Все, вам спасибо. Звичайно, я не бачу, за понимание. Там порушення, так как номерный знак чітко видно. Но он не видно, вот смотрите, видно. Смотрите, я вам показываю, вот смотрите, вот. Пройдемо, давайте на 20 метров. Белый цвет от вообще нету, не видно. Знак, так, не, ну давайте 20 умови, метров. Сьогодні умови, вы хотите со мной поспорить? Иди снег, давайте идем. Давайте отойдем 20 метров. Отходим 20 метров. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Ну, я его прочитать не могу, хотя у меня абсолютно хорошее зрение. Давайте тогда придем с вашего транспортного средства, мы прочитаем или нет. Без да, пожалуйста. Начнем, розпочнемо с того, пожалуйста, что номерный знак находится на синем фоне, наведено белым, и там стоит он пиздец. Нет, белый там уже отмылось. Просто его покрасить надо, и все, тут вся проблема. Хорошо, белой краской. Хорошо. Я знаю, кому потім казати, що я устранив питання, як мені з вами. А я вас сам найду. Я сам побачу, да, я сам побачу. Дякую, дякую вам за все. За уваження. Да, да. За громадську думку. Позицію. Сделал замечание, что плохо видно номер. Сегодня инспектора устранили. Очень приятно, что обращают на звернення громадян. Не видно. Ладно. Я просто из-за чего и вернулся к вам. Увидел, вы проезжали. Да, да, конечно. Только что не видно. Вспышка отсвечивает, что они покрашены. Не, у меня вчера просто не было времени его. Ну, так примерно видно. Все, спасибо.